Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И сегодня 7 июля. И по традиции, уже у меня сложилась ежегодная традиция, я в этот день снимаю видео. Сегодня ровно 7 лет, как я приняла участие в проекте Whole World. Тогда, в далеком 2013 году, я, долго раздумывая, слушая своих родственников, друзей и знакомых, долго принимала решение в течение полугода, и спустя полгода, никого не слушая, приняла для себя решение стать участником системы «Всем миром», и я ничуть не пожалела. С тех пор прошло ровно 7 лет. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы тогда я в далеком 2013 году не пришла бы в этот проект. Я жила тогда в малосемейке в 29 квадратных метрах. Спустя 7 лет я сейчас имею несколько недвижимостей благодаря проекту Whole World. И в этом проекте я познакомилась со своим будущим мужем. Сейчас у нас есть 2-летний сын. Все это благодаря проекту. Вот так вот сложилась моя жизнь. Мы живем с семьей в 3-комнатной квартире, ездим путешествовать и ни в чем не нуждаемся. Зайдем в мой кабинет и посмотрим одним глазком в мою структуру. В 2018 году ввели благотворительный марафон с бинарным маркетингом, и денег стало еще больше. Получено у меня 8139 долларов и активно у меня 4 места. Кстати, 4-е место я приобрела месяц назад, чтобы денег стало еще больше. Потому что у меня как раз в структуре освободилось одно очень хорошее местечко как раз под моими 3. И в благотворительной эстафете также заработано много-много денег. Ну и, конечно же, очень много денег с моей помощью отправлено в благотворительный фонд помощи деткам всем миром. Работают, конечно, не все. Очень много бегают по проектам, но все равно возвращаются к нам. Личников у меня 452 человека, которые оказали помощь. Те, которые активировали кабинет, 657. И люди, которые просто прошли регистрацию по моей реферальной ссылочке, 12 365 человек. С каждым здесь можно связаться, пообщаться. Каждый день открывается очень много проектов, хайпов, хороших проектов и не очень. И очень часто люди обжигаются на других проектах и возвращаются к нам. Я тоже не исключение, я за несколько источников дохода, очень много было ошибок, потерь, приобретений, и проект Whole World я никогда не бросала, потому что это действительно самый благородный проект в интернете. И, конечно же, не нужно забывать о больных детках. С 2012 года в проекте существует благотворительный фонд «Всем миром», куда и отправляются денежные начисления от работы фандрайзеров. Приглашаю и вас принять участие в этом замечательнейшем проекте, поправить свое финансовое положение в лучшую сторону, а с учетом пандемии сейчас как раз большая масса людей направляется в сеть зарабатывать деньги, потому что без интернета сейчас никуда. И вы оказались в самое лучшее время и в самом надежном проекте, который работает с 2011 года, уже 9-й год. Проверено временем, уже нечего доказывать, что деньги есть. Работайте! Приглашайте, получайте. Всем больших заработков и здоровья вашим детям. Пока-пока.